Олег, Юля, Вика, Вероника, Энд, Димаси, Танюша, Артем. Всем привет. Ребята, всем привет. Короче, сегодня будем делать еще два национальных литовских блюда. Это ведрай и это кугелис. Тихо работает русская машина. Делали раньше СССР. Какая большая картошка идет. Вот, даже резать не надо. Hi guys, this is green potato smashed by machine. Yeah, for potato sausages only need salt and pepper. And for kugelis, I don't know how to translate. Maybe potato pie. Yes, potato pie. For potato pie, we can put apples. Bacon, something, onions or something like this. Know how to do it anymore. Sveta coming and she make everything done. She says need salt. I don't know how many. One жмайня. Света пришла, сразу я получил пиздюлей. Два луковица надо сюда. Том Бурсел будет делать этот босс. Мой босс будет делать. Босс молокосос. Деловая колбаса. Два яйца надо. Два яичка. На 4 килограмма картошки только два яйца. Ну, сколько ты соли ложил? Много? Две жмейни ложил, но мало еще. Не надо много, потому что потом это пойдет. Шкварки. Шкварки еще, да. Молоко уже подошло. Мой босс берет молоко. Выливает туда тесто. За Монику, за Олега, за Димасика, за их семьях. Семьях. Вот. Вот это. Сейчас кишку. Вот кишка. Собачья. Картошка идет, сосич. Видите, как красиво идет. Ну, сделали это. Картошка, эта колбаса уже получилась. Все это пару слов. Уже сразу. Сразу жарится. А то гости сейчас приедут, надо сразу жарить. Да. И это уже пойдет на кугелис. Света там чуть-чуть почистит. По чуть-чуть надо. Больше, чем половина. И потом туда положишь сметанку, шпарку и что там захочешь. Это очень вкусно. Уже идет дело, все, она уже пы-пы-пы, зубной щеткой. Я же подточил ножи, осторожно. Мы рубим большими кусками, когда они не так скоро режем. Кушают. Рубим. Ребята, подогреваем шкварки с лучком. Все уже подогрелось, выключаем. Вот, ребята, получилась такая... Кишка, колбаса, нормально, все, нормуль, мама, вкусняшка, сметана, вино, пивасик, все нормуль. Это вещи. Ням-ням-ням. Лайки.